утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии местами снег, в отдельных районах сильный ветер, северо-восточный 6-11 метров в секунду, будут порывы до 20, а в горах до 28. Температура ночью 6-11 градусов мороза, днем 3-8 со знаком плюс и на дорогах минус со знаком, на дорогах гололедица. В Черкесске сегодня снег, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем также мороз минус 4, минус 6. Не так давно в наш обиход вошло слово «барбер», и в нашем городе сейчас немало барбершопов. Главная их задача – доставить людям радость, сделать их красивыми, стильными и счастливыми. И сегодня гость нашей программы – стильный барбер по имени Джонни. Он уже в нашей гостиной и расскажет моей соведущей Бэль Джазаевой о том, что такое настоящий мастер, почему он хотел жить на Кавказе и как ему работается в Карачаево-Черкесии. Джонни – это, конечно, твой псевдоним, потому что, как настоящий барбер, ты имеешь, ну, свой бренд. Джонни, мы с тобой познакомились совершенно случайно. Я привела к тебе подстричь своего ребенка, своего сына, и с тех пор он не признает никакого другого мастера. Видимо, нравится подход, нравится твоя работа, и... Вот в течение года я тебя уговаривала прийти к нам на запись. Ты говорил, что языковой барьер, еще не совсем владеешь русским языком. Но вот, наконец-то, наша встреча состоялась. Хочу сказать нашим зрителям, что ты из Узбекистана. Ты по национальности туркмен. Но все это не имеет никакого значения, потому что ты прекрасный мастер. Ты влюблен в Кавказ. Ты мечтал жить на Кавказе. Ты приехал и здесь чувствуешь, по твоему собственному признанию, себя очень-очень комфортно. Хотелось бы спросить, вот как тебе работается в Карачаево-Черкесии? Ну, в Карачаево-Черкесии мне в основном нравится отношение людей. Ну, как вам сказать? Ну, смотря там, и я пришел сюда, основное я не заметил, что у меня что-то менялся или я страну поменял. Ну, люди как люди относятся хорошо, это очень приятно. Вот как вы сказали... Сына привез. Вот это все услышать очень приятно. Я знаю, что и папа у тебя был парикмахером, мужским барбером, как сейчас говорят. Ну, да, это так. Потому что папа учился, когда был в армии. Ему пришлось работать в этом работе. Ну, и тот, который человек первый раз мне дал руки, ножницы, это мой папа, да. А вот в твоем понимании, что такое быть хорошим мастером? Ну, это слово «мастер» уже отделяет. Ну, как вам сказать? Если к вам люди приходят, я не думаю, что надо быть мастером. Я думаю, что надо быть просто другом. Если вы хороший друг, вы умеете общаться с людьми. Тогда у вас будет хорошо. Как мы уже сказали, твоя мечта – это была жизнь на Кавказе. Ну, да. Не зря, наверное, ты здесь и спутницу жизни себе нашел, с чем я тебя тоже поздравляю. Спасибо. Значит ли это, что ты хочешь здесь жить всегда? Есть такие планы, да. Да, да. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. Я желаю тебе таких же благодарных клиентов и творческих успехов. Спасибо, спасибо тебе. Вам тоже. Спасибо. Спасибо за приглашение. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программу «Черкесская редакция», в 14:30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Санкт-Петербург представляет
верхняя одежда и обувь со скидкой до 70%. Только один день. 18 февраля. Город Карачаевск, ТЦ «Аланхаус» напротив верхнего рынка. Дарите эмоции. 585 «Золотой».